Последние летние дни Сергей Лазарев проводит в суете столицы. Максимализм юности омрачает жесткая реальность. Осиротевший солист выживает в каменных джунглях в одиночку. Двоюродный брат Влад Топалов оставил за собой группу Smash и контракт с Universal. Подробности ссоры широкой публике не оглашаются. Причин было несколько. Называть я их сейчас не буду. Потому что болезненная тема не болезненная, но это прошло, и это в прошлом. В какой-то момент поставились рамки серьезные. А я свободолюбивый человек. Я не могу в рамках каких-то находиться. Полгода Сергей был на обочине отечественного шоу-бизнеса. Но армия преданных поклонниц вернула своего бога весны на пьедестал славы. Мешками приходили письма с словами поддержки, чтобы я не унывал, чтобы я продолжал работать, чтобы не вешал нос. Уговоры подействовали. Сергей занялся сольной карьерой. Сегодня в крепком тылу у Лазарева музыкальный продюсер Брайан Роулинг и лондонская студия «Метрофоник». Теперь отечественный певец стоит в одной очереди на запись треков с Энрике Иглесиасом и Крейгом Дэвидом. Будущее своего сольника видит четко – Россия, Европа, Восточная Азия. Совсем было бы странно записывать альбом на английском языке и думать о том, что он только для России. Нет, конечно, амбиций много и на самом деле возможности есть. В Лондоне работа над сольным альбомом. В Москве жесткий график репетиций. В сентябре выпускник МХАТа возвращается на подмостки театра имени Пушкина. В новом театральном сезоне ему отведена роль в комедии «Одолжите тенора». Я не иду в театр ради славы, ради зарабатывания денег. Это для души, это то, что мне хочется. И вообще сейчас стараюсь жить после ухода из Smash и жить так, как мне хочется, как мне нравится. Новая роль досталась Сергею и в театре, и в жизни. Сводная сестра Юлия Волкова стала мамой маленькой Вики. Сергей теперь носит громкий титул дяди. Правда, до конца свою новую роль он еще не прочувствовал. В первое время я, конечно, не узнавала, потому что для нее я всего лишь дядя Се, который где-то висит, у меня дома висит у родителей портрет мой и подарок поклоннице. И он очень хорошо сделан, и вот они все время, вот это дядя Се, подносили, это дядя Се. И теперь, когда говорят, где дядя Се, она показывает на портрет, хотя я сижу рядом. Дома Сергеем гордятся, а он изо всех сил старается не разочаровать близких. О маме и старшем брате много не говорит. Утверждает, что семья скромная, со средним достатком. И все, без подробностей. Родные для Сергея – бесценное сокровище, которое лучше спрятать от любопытных глаз.